В Бельгии ужесточают ограничения в связи с резким ростом числа заболевших ковидом, отмеченным за последнюю неделю, несмотря на то, что 76% жителей страны вакцинированы. В общественных местах теперь необходимо будет носить маску даже детям старше 10 лет. А все, у кого есть возможность, должны будут работать из дома 4 дня из 5, по меньшей мере до 12 декабря. Многие расстроены и раздосадованы. Я их прекрасно понимаю. Мы все надеялись, что осенью станет легче, а зимой коронавируса уже не будет. Понимаю, что многие устали, особенно медицинские работники, которых снова захлестнула пандемия. В Швеции власти впервые объявили о введении ковид-паспортов, которые, начиная с 1 декабря, потребуется предъявлять для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях. В Европе вновь отмечено распространение болезни, и многим странам пришлось вводить новые ограничения. В Швеции подобного роста пока не наблюдается, но мы не изолированы от внешнего мира и должны быть готовы к тому, что это затронет и нас. Значительный рост числа заболеваний фиксируется в последние дни и в Чехии. Во вторник здесь было выявлено 22,5 тысячи новых случаев. Это максимальное значение с начала пандемии. В стране теперь вводятся новые ограничения для тех, кто не вакцинировался и не переболел ковидом. Власти мотивируют это тем, что принятых ранее мер оказалось недостаточно.